как мой пердит. Вот это пердеж. БМВ так не пердит. Слушайте, Бэтмен и Супермен смотрели, я даже не пойду. Говорят, говно полнейшее. Неинтересно, блин. Я не вижу Бен Аффлека вроде в роли. Знаете, Бен Аффлек, я его очень люблю, но он похож на депрессивного чувака такого, знаете, в запое, а не на Бэтмена. Вот Кристиан Бейл — это Бэтмен, да. Супер. Жалко очень. Блять, как я... Больше всего меня бесит, а какая у тебя машина? Ребята, вы в какой реальности существуете? Я каждый день уже выкладываю ее везде. Ну почему такая невнимательность? Ты меня видел в тупых видосах смешных. Ну или не в тупых. Вайны я снимаю. Никак не отношусь, мне насрать на Ларина вашего, господи, клоун какой-то. Что-то сейчас ныть просто много стал. Раньше хоть просто обсирал всех вокруг, а сейчас ноет. Меня обсирают. Против меня сполошились все. Я же хороший. Иди нахуй отсюда. И все. Неинтересная тема. Какие-то вопросы. И вообще, это вопросы про как ты относишься, я тоже, честно говоря, ненавижу. Они ужасно скучные. Да-да, если бы Ларин, он был насрать на всех, он бы не скулил 4 видео подряд о том, какой он несчастный и как все его обижают. Девочки, блин, короче, я не люблю общаться с маленькими, потому что у них мозги еще неправильно работают. Потому что все взрослые, все блогеры уже давным-давно все понимают, как бы мы ржем просто все над этим клоуном. А дети... Он же умный, он говорит слова, которые мы не знаем. Ты так не умеешь. Все, забейте, короче. Хорошая у меня машина, хорошая. Зайди в Инстаграм, Твиттер, ВК, Ютуб мой и посмотри. Спасибо. Дуся пук. Дуся пук. Блин, а что так все скучают по Дусе, я не понимаю. Я удивлен, мне прям пишут даже какие-то гневные письма. Типа, верните Дусю, Павел. Я, это же стёб был. Это же был стёб над этим. Моя целевая аудитория 18 лет и выше. Я статистику выкладывал по Ютубу. В Инстаграме я уже молчу. В Инстаграме меня вообще... То есть, если смотреть Инстаграм, это просто жесть. Там посмотрите, зайдите в комментарии. Зайдите в комментарии и посмотрите, кто отмечает вот людей. Посмотрите на этих красивых тёлок, на взрослых девушек, женщин, мам. И не раскрывайте свою варежку по... насчет моей аудитории. У меня взрослая охеренная аудитория. А то, что дети самые активные, так они у всех самые активные. То есть, ну, дети, они в принципе активничают там в плане комментариев и так далее. Опа! Кто поет?
надоело. Да и мне, в принципе, надоело. То есть, приятно на ней, конечно, кататься. И здорово, что сейчас лето, но я уже не получаю кайфа от скорости, потому что я привык. Она не такая быстрая, как... Ну, короче, я привык к этой скорости. Хочется что-то побыстрее, если честно. Да, какой-нибудь E6.3 там, да? Ну, что-нибудь такое зверское. Та-та. А это такой городской бандит, но не убийца. Так, сори, ребят, тут повороты были, круги всякие. Еще раз, что там вы? Я не гоняю, ребят. Я просто не понимаю, вот вы говорите, Паша, не гоняй. Для вас вот гонять, это какая скорость? Скажите, вот для каждого, вот какая скорость для вас считается быстрой? Вот с какой скоростью, если вот вы поедете, будет казаться, что быстро. 100. 100. Это быстро. Ага. 200. Во. Ну, от 170, 180. Так вот, сегодня я разгонялся максимум 160. Максимум 160. Понимаете? Поэтому все хорошо. А максимум на этой машине я разгонялся 200 по пустому МКАДу. Все. Дальше не ехал, потому что стрёмно было. Вот. Стрёмно, потому что машина легкая, там колея, сами знаете. Ну его нахер. Опа! Блин, какие же долгие, я в шоке от... Яснево. Кто-нибудь есть в Яснево? По сплошной, это автобусная. Сейчас суббота, в выходные дни можно ехать по автобусу. Но, честно говоря, езжу по автобуске и в будни, если камер нет. Не плевать, потому что свободная полоса, что не поехать. Я не считаю, что это жесткое нарушение. Нет, сегодня тренировки не было, завтра я поеду. Тренировочку. Так, тут много людей. Ох, как люди боятся меня, вы бы знали, это так прикольно. Вот этот выхлоп, когда громкий, они просто останавливаются. Чувствую себя злодеем. Ладно, ребят, тут уже ни хрена не видно. Все, короче, на связи. Я, честно говоря, не прикольно, когда я просто так не вижу, что вы пишете. Давайте доберусь до дома, пообщаемся. Все, обнимаю.